Автомассив надо догонять, а вот Киеве попробуют догнать Стёва. Ну, Италии, конечно, посложнее, чем чтобы догнать там своих. У Бельгии голы из чемпионата мира надо брать, если уж заниматься по-серьезному Бельгией. Конечно, какие-то им голы добавлять лучше чемпионата мира, конечно, и так понятно. Но пока мы этого делать не будем. Итак, что у нас получается?